Уже 3 месяца в социально-реабилитационном отделении Центра соцобслуживания «Вера» проходят занятия по развитию логики, мышления и памяти для людей пожилого возраста и инвалидов. Данный проект у нас реализуется 4 раза в неделю. Начинали мы с 1 занятия в неделю и, увидев интерес у людей, перешли уже на 4-дневные занятия. Здесь смесь авторской методики нашего заведующего отделением, которые уже апробированы и широко используются в современной России, в современном мире. Рассказать скороговорку, вспомнить таблицу умножения, решить логическую задачу и запомнить как можно больше деталей. Занятия по развитию памяти в Центре соцобслуживания «Вера» проходят не только весело и интересно, но и с пользой. Здесь все как в школе. Есть задачи, есть оценки и даже домашние задания. Мы от занятия к занятию мы смотрим динамику. Да, дается определенный тест, который они должны сделать. Это все как бы делается с домашним заданием, чтобы материал закреплялся, материал оставался, да, в памяти, чтобы в какой-то момент они могли его применить. В ходе 2-часовых занятий развиваются все основные типы памяти – зрительная, слуховая, ассоциативная. Несмотря на летнее затишье, сейчас такие уроки посещают от 7 до 10 человек. Но присоединиться к группе можно когда угодно. Влиться в учебный процесс не составит труда. 9. Я внимательна. 11. 12, 14, 16. Инженер на пенсии Валентина Гурова на занятия в Центр Веры ходит всего 2 недели, но уже замечает на себе их положительный эффект. Впрочем, все ученики уверяют, что занятия полезные и очень увлекательные. Вначале вообще, как меня прочитали, сказали вспомнить, а я ничего не помню. То есть я не могла сосредоточиться, чтобы вспомнить. А теперь, да, почти 9, 8, 9 я запросто могу уже вспомнить. А интересно, самые это логические, конечно, задачи. Все забываешь некоторые, а тут вспоминаешь, уточняешь, память лучше восстанавливается. Больше запоминаешь, например, в начале слова 5-7 из 10, а сейчас уже там 8-9 запоминаешь. Смысл есть, ходите, да. В ближайшее время в рамках губернаторской программы «Долголетие в Подмосковье» в центре стартуют новые проекты. Спортивная секция для поддержания в тонусе суставов, занятия по цветотерапии и мыловарению. Группы уже набраны, но желающие могут присоединиться в любое время. Достаточно просто прийти в Центр Вера или позвонить. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ.